Хайо, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Миншут Adventures. Так, надо тебя брать. А, у меня не хватит. А улучшить что? Дальность тоже не хватит. Пока что берем сюда. Суперудар. За два можно скорость взять. Силу защиты. Скорость давай. Ну, вернее, скорость при ускорении. Что у нас остается? Да нифига ничего не остается. Так, а я скрижаль собрал? У меня одна с собой только. Смысла ее тащить нету, раз нужно две. Зато есть четыре этих. Вот это можно сдать. Скрижаль тоже отнесем, пофиг. Тут рядом. Может, все же четыре. Хотя там две надписи не горят. На. Ну, конечно, нужна пятая. На выход. Чё, возвращаемся вот туда. Туда вернулись. А что тут? Да прям вот через центральную заходить. Да? Блин. Там у нас кристаллик какой-то. Там вот кристаллик. Не, пойдемте мы сначала поплаваем. Только тут я не смогу. Надо обходить. И здесь я не смогу. Вообще вот обломок. Значит, здесь я все смогу. Хорошо. Так, вот в эту зайти. Но сначала смотаемся вот туда, в уголочек. Что там у нас? О, а, последняя, кстати. Четвертая. И как раз таки сюда, чтобы попасть. Вот хорошо. Я уж забыл, что мы не зажгли все. Ну давай, заползай. Я вроде как крут, бояться мне нечего. 9 сердечек у меня. Секретов не вижу. И сразу в замес. Так, это прячется. Ну блин, малышей это я быстро, да и его я быстро напихал. Секретов не вижу. Дальше. Так, опасная штука. Класс. Лучший. А чё ты здесь-то так скользишь? А потому что это вода. Потому что это грёбаная вода. А тут секрет. Не совсем секрет. А внизу там не было? Внизу не было. Логичный секрет, я бы сказал, такой. Все, земля. Наконец-то. Как-то слишком близко приближено даже. И снова в воду. Ну давайте, вылазьте. Никто не вылезет? Не может этого быть. Ой, я теперь обычными снарядами прошибаю. Кнопка скрыта была. Значит, сначала налево. Раз она скрыта. Надо их все посмотреть. Быстро. Быстро. Очень быстро. Да блин, ты скотина просто. Всю малину испоганил. Кто же знал, что они за спиной появятся. Это вообще ни разу не хитро. Появляются прям за спиной. Так я же до тебя достреливаю, дядь. И до тебя и достреливаю, дядь. И до тебя я, дядь, достреливаю. И снова мои сильные выстрелы. Прекрасно.
Угу. Проходик. Ну да, единственное, мне не очень удобно стрелять здесь вот. Ну тебя нафиг. Ой. Чуть сам не косякнул сейчас. Секретов. Нету. Но сначала направо. Давайте. Нет опять? Никто не появится? А тут что было? Просто цветочек был? Я в цветочке его нашел. Но я бы его услышал все равно. Хотя сейчас я на это внимание не обратил. Вон. Откуда-то слева. Где-то я все-таки что-то пропустил. Не как тут. Вон там. То есть изначало... Вот когда по этим тоннелям, что ли, путешествовал? Ну, похоже, все на то. Значит, придется вот эту шнягу еще раз... Да, блин, ну что такое? А потому что и на воде не может прыгать. Аккуратно, аккуратно. Не торопись. Не торопись, говорю. А вот теперь можно торопиться. Так, где-то здесь я пропустил... Там ничего нету. Либо меня просто дурят. Меня дурят просто, походу. Вон там оно, справа, да? Меня, блин, дурят. Здесь отсюда не пройти туда. Какой-то другой проход есть. Вот оттуда, справа, наверное. Какой-то подземный ход, подземный лаз или что-то типа этого. Ладно. Направо же я не ходил. Замес. Бессмертная. Следующая волна. Хватит так дебильно стрелять. Чё, даже ничего не дали? Ну и ладно. Сколько у меня времени? Уже музыка ускорилась. Я не успел. Ладно. Но если бы я в них не врезался. Так, давайте так тогда. Здесь можно хотя бы ускориться. Ну блин, дятел. Проиграл. Ну да, просто на ускорениях и все. Что-то открыл. Секреты. Нету. Там секрет. Здесь что? Закрыто. Как раз той кнопкой открывать. Сейчас опять куда-то под землю. Но тут нет секретков. Черт, здесь и не перепрыгнешь. Ее надо как-то убивать. Туда я не перепрыгну. Зачем эта штука? Надо сначала ее убить как-то. А здесь ее не убить.
Значит, это все мне бесполезно. Возвращаемся к истокам. А, и тут закрыто, подождите. Вот здесь направо закрыто. Тогда я потерялся. Вот, туда наверх, не потерялся. Господи. Надо успеть доскакать вон аж до туда. А у меня нету этой. Как это? Надо с замедлением времени там только. Значит, сюда надо с заряженным замедлом бежать. Что тут у нас тоже ничего нет. О, ну вот и замедло заряжено. Зарядка для замедла. Да иди ты нафиг. О, а как это я рывок тут сделал? Как-то случайно. Не зарядил. С кем-то еще подраться. Драться есть с кем? Вот эти тоже прочекать. Потому что вон у нас трамплин. Как будто я где-то вот что-то упустил. Сюда сверху я попаду. Не должно все так вот на зарядах быть. А как должно все быть? И здесь как-то можно, должно быть, пробежать по-другому. А, может, я их ешкой могу убивать? Я их ешкой, скорее всего, могу убивать. Они пропадут. Не могу. Тогда тут только на выход и дальше заряжаться. Здесь зарядиться негде. Дебильная. Дебильная штука. Мне нужны враги, которых тут я не найду. Уже не найду. Тут жук. Вот это жуки, кстати, не отмечены. Да, с этой водой, конечно. Как его без рывков ловить? Да стой! Попался, падла. Блин, а? Скотина какой. Найти всех золотых... Это последний. Всех золотых скарабеев. Это был последний. Блин, ну так нечестно, что мне надо вот эту заряжать фигню. Ее тут и не зарядить. Погнали в пустыне поищем. Враги не ресуются нифига. Тут по-любому реснулись. Враги. Враги. Вот они. Чего она заряжается-то? Да она вообще не заряжается. Домой что ли бежать? За зарядом. Походу только домой. И кристаллов я нигде не видел. Какой бред-то, а? Вот он. Поехали туда, обратно возвращаемся. Идиотизм какой-то. Сам прикол будет, что если я и с этой не пройду. Это у нас было не справа, это было слева. Ой.
Только один шанс. Ну, проскочил, допустим, я сюда. Или сейчас в какой-нибудь тупик зайду, вот типа вот этих кристаллов. Я почему-то так и думал. Значит, я что-то упустил. Не может оно вот так все быть. Либо тут бешеная скорость нужна, либо я что-то не понимаю. Может, я могу вот сюда встать? Вот, наверное, да? А, и там тоже все. Там я мог пройти без замедления. Верно, я что-то не понимаю. Ну, сейчас уже поздно. Скорость тут бы, наверное, была не лишней. Дополнительная. Особенно вот здесь. Тут надо рывочек сейчас сразу делать. Вот тут прям. Вниз небезопасно. Тут нигде не безопасно. Безопасно только вон там, вон чуть-чуть дальше. Вот здесь. Прошел. Так, снова эта штука. Ну, чисто по кругу прилететь, но это мы умеем. И то криво. Че откроешь? Уберет вот тут. Куда это нас приведет? Секреты? Не вижу. Угу. 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 Так, вот это у нас... Обратно, не надо. О! Убить эту тварь. Все, изич. И тут дальше. Нет, тут дальше не получится, потому что я в воде. Ну вот нафига? Нафига вот так сделали? Чтобы я, блин, обходил опять? Что за идиотизм? Спрыгивать сюда? Вот это уже реальный идиотизм. Такс, я на месте, чуть не улетел. И на трамплин. Здесь вот они сделали, блин. Там не догадались. Что я открыл? Вот неизвестно, что я открыл. Понятно, что мне наверх. Внизу ничего меня не ждет хорошего. И плохого. Капец. Сейчас самое начало. А, бред, а! Направо тут? Нет. В самом начале направо. Какие дебильные штуки. Там снова нужно замедление, по-хорошему. Либо просто скорость. Сейчас сбросим эту что-нибудь. Урон пока. Скорострельность. Сюда скорость. Обычную. А, вот кнопка-то, что я сделал. Вот это, чтобы мне там не прыгать, я понял. Все, обычная скорость больше теперь. Теперь могу вот так их легко обходить. Почти. Ну блин! Я почти дошел! Капец. Ой. Да нет, рано. Так, пошли. Обошли, 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 обошли. Блин, она меня догоняет.
Нет. Куда же? А справа что, я уже не помню. Ну вот и все. А тут тоже, да? Только теперь навстречу. Ну это вроде попроще, но дольше. И зачем я сюда прискакал? А, вон туда мне. Направо здесь. Там может где-то еще было направо. Потом. А то все заново проходить. И что, вниз экран-то мне опустите? Что, убираем пока скорость. Вот так. А урон что? Почему это максимум? А тут? Это не максимум еще. Надо 10. Во, их там аж 6. Давай. Тырк. Открыли. А, вот что справа было. Все. Замес. Вот, я думал, сейчас вот этот со дна поднимется. Видите, там какая-то штука лежит. Но этими патронами даже особо целиться не надо. В этом плане хорошо, конечно. Они же здоровые, жирные. Ай, сзади стоял, подонок. Но он не стоял, он вынырнул там. Я в него прям влетел. Разница в уроне большая, конечно. Большими патронами или такими? Но сейчас снова большие. Секреты нету. Ломай. И это вот сюда. Эту штуку надо все зажечь. Как это было красиво. Что я получил? И открылась центральная. Допустим. Так, вон ту я видел обратно, да? И не стал туда прыгать. И правильно сделал, потому что это чисто разводилово. Мини-босс какой-то должен быть. Раз если здесь хилки, конечно. А то и босс, а не мини-босс. Целый босс будет. Целый нормальный босс. Но у меня часов нет. А, которого только в спину бить. Класс. И еще он не один. Я уже чуть не огреб. Так, ну давай смотреть, что ты умеешь. Теперь ты один. Ну ты такой же, как и предыдущий твой братан был. Сломал первую стадию. Мы такого уже били. Избивали. Ну не прям такого, но похожего. Тут еще, видите, вода, чтобы без рывков проходить. Но он больше долгий и противный. Вот, вот эта стадия, конечно, бесит. Два выстрела я только успеваю сделать. О! Так, ладно. Я, можно сказать, специально врезался, потому что, блин, теми снарядами очень сложно ему попадать по жопе. Все равно рывки не нужны. Поворачивайся. Да, блин, вот это уже не специально. Да, блин, да это легко. Да черт! Раньше времени кто тебя за язык притянет, твою ж налево. Сломал. Че, совсем сломал, что ли?
Совсем сломал. Ну этот бред вообще. Слабенький. Мини-боссик. Да-да, новый уровень. Все классно, все шикарно. Что у нас в плане секретов? Что я, зачем я это зачищал вообще? Здесь кто-то должен быть спрятан из этих. Из друзей. Вот он. Вы свободны. А! Это еще одна способность. А тут не посмотреть? Увеличивает мощность и боезапас. Сила духов. Что у нас в плане секретов тут? Тоже нету. Вроде как я тут все зачистил. Не хочется сюда еще раз возвращаться потом. Сила духов. Что, дверь открывает? А! Какую стену они бьют? Не, ну это мне не нравится. В принципе, ну, прикольно, но самое главное, чтобы с этим загадок не было, особенно с закрытыми стенами. Чё ты обратно залез? Я тебе что, нажимал обратно залезть? Я не нажимал тебе обратно залезть. Мне надо галочку прочекать. Галочка есть. Все. Туда возвращаемся. Они, кстати, вон, постоянно со мной. А туда это... Блин. Это вот, наверное, в эту, в главную, да? Вот в эту. Уже не новость, что они мне наперед стреляют. Можно с этим как-то жить, работать, учиться. Твари. Сломал? Сломал я его, по идее. Да, попал все-таки. Были бы у меня большие снаряды, я бы их уж всех перебил. Они, кстати, против часовой стрелки, да, летают вроде. Или они вообще непонятно как. На своей волне как-то. Ну-ка. Последний. Из магикан. Ай! И попал по мне последний. О, блин. Там из них целая змейка теперь. Сейчас они сюда вернутся? Или там наверху вернутся? О, наверху возвращаются. Эй. Вот и все. И ты почти один, дядь. Как это мощно выглядят эти снаряды. С этой пушкой. Ой, два сердца. Все тут? Ни секретов, ничего. Тут все. А где мои пацаны? Пропали? Зачем они были такие? Это к боссу. Да, это к боссу. Прямиком прям. Но, там видите, что-то осталось. То есть ты либо туда идти мне сейчас, либо идти босса гасить. Пошли босса гасить. Да, пофиг, пофиг на все. Идем гасить босса. Потому что тут еще проходить и проходить. Да нет, походу. Походу тогда нет, тогда не босса. Пойдем лучше теды проходим.
Потому что босса, это уж опять видео сейчас затянется надолго. А там сейчас пойди вспомни, где я чё забыл. Где я чё недопроходил. В этих канализациях. Ну прям вот сюда прыгаем. Да. Да, но не нужно было. Но это еще и не совсем канализации пока что. Кнопка не нажата. Надо упасть. Это кнопка за опытом. В принципе, необязательная штука. Ай, падла, прям перед мордой появился. Я успел. Так, ни секретов, ничего тут нету. Я вот тут вообще не помню, чтобы я был. Но тут все открыто. Нет, был по-любому. Что тут вот уже выход. Это просто пройти сюда. А, вот, был, а тут почему-то я не забирал. Последнее? Нет, еще один кусок где-то. О, убрались сразу две. То есть тут все собрали. Так, и осталась одна, вон там, за пределами. Я, может, в ней даже вообще не бывал. Просто как к ней попасть? К ней попадать надо... Ну да, вот оттуда. В обход, в объезд. То есть сейчас немножко заглянем тогда в свалку, получается. Нет, подождите. Это вход с этой стороны, но мне сюда сейчас не нужно. Ты драться хочешь? Драться хочешь? Палка. Ага. Good. Вот оно. Не был я тут. Ну вот как раз и допроходим. Либо последнее сердце, либо на скорость. Кстати говоря, на скорость. Да стой, я ж не успел ни черта. Сейчас быстро тап. Два раза нажал. Конечно, он сразу же улетел. Я даже не вижу, как за ним лететь там дальше. Но здесь вроде ничего сложного. Там надо было по прямой. И здесь надо было сворачивать. Если бы я хотя бы его хвост видел, другое дело. Так я не вижу хвоста его. Энергия кончилась. Офигеть, он там летает, в общем. Мне еще через эту штуку надо проходить. Так, тут направо. Это будет тяжко. Его либо сразу изначально обгонять, но здесь налево сюда. Он уже на финише? Конечно. Скорость в руки. Нормально, пройдем. Давай. Так, ку. Только не сразу, а где-то там, в серединке. Блин, кретин. Не я, он. И тут надо было прям ехать. Да, он мне по скорости не уступает вообще. Нет, сейчас я не буду врубать кухан, потому что мне тогда придется бежать кристаллы искать. Сюда. Че, вообще выносливости нету? Все, он на финише. Как это без косяков пройти?
Ладно, давай. Ты меня бесишь. Ты знал это? Чувак, ты меня бесишь. Его можно только хитростью. Врубаем сейчас. Ну его. Придурка этого. Все, какой-то задел. Какой-никакой задел есть сейчас? Тут накосячил. Они, блин, такие еще все одинаковые. Здесь направо, это я помню. Там не пройти. Сюда. Да я его обогнал. Где-то одну я еще давным-давно пропустил. Тут ее нету. Но сейчас откроется последняя. А, кстати, может и нет. Вот. Да, последняя открылась. А это ж вторая. То есть она где-то в самом-самом там начале у меня осталась. Из артефактов я тоже ничего не нашел. Один ключ. Каких-то крутых артефактов. Но у нас еще вот. А там надо 10 этих собрать. Скоростных. Скоростных где-то либо здесь, либо тут. Но они везде галочками отмечены. Галочка не... А, вот это не отмечено галочкой. Но там непонятно, что делать. Я не знаю. Я не знаю. Ничего не знаю. Меняем обратно. Все. И вот эта последняя, она должна быть очень легкая. Для меня. Ого. Отскочил я. Блин, ну она наперед падла. Капец как гасит. Все, да, это типа мы короткий путь открыли туда, чтобы вернуться к себе домой. А может быть где-то тут вот будет. Но на свалке должен один погонять быть. Нет? Здесь я быстро пробежался, что-то пооткрывал. Давайте эту пещеру тоже сейчас зачистим. Чтобы там не было. Она же не просто так здесь. Скоробеев больше нету, ломать тоже нет смысла эту штуку. По крайней мере, время на это тратить. Какие попал, такие попал. Все. Тупик. Только с другой стороны. Значит, это выход какой-то. И секретов я не увидел. Ну, блин, вот так же не может быть. Да вряд ли, я думаю. Просто была подстава. Что здесь еще интересного? Как раз надо все ломать. Может быть, яма. Опа, они живые, блин. Разлетелся. По роже, да, только? Теперь ты. Да это что, это легко? А вот и яма. Яма, знаете куда? Как раз в ту, наверное, пещеру. Это не яма. Это поломанная кнопка. Тут карту надо найти. Карта будет где-то в пещере. Может, даже в этой. Так. Нет, не надо. Не стреляй. Не забирай у меня супер патроны. Вообще вскрытых всегда были. А это не особо-то и скрыто.
Ай! Тут сложно было. Как твари появились со всех сторон. Ой, вот это вот надо. Да вы задолбали. Вот этот только один задолбал, эти-то не бесят. У них по 3, что ли, урон уже? Кстати, сердце. Возможно, тоже последнее. Ровно 10 сердец, возможно, это максимум. Ой, как хорошо, что оно хп восстанавливает. Прям вообще отлично. Но сейчас я никаких галочек не увижу. Но пещеру я зачистил. Смотрим дальше, что тут на свалке. Куда как-то попасть? Непонятно пока как. Здорово. Оу. Вот и с друзьями. Ой. Аж мышка вылетела за экран. Куча опыта. И ничего тут больше нету. О, босс. Ты же босс? Только тебя открыть как-то, да? Тут карта-то мелкая. Открыл. Ну это не факт, что босс. Оно как-то на карте должно вот черепом обозначаться потом. А, так я вообще экран сдвинул себе, офигительно. Это я сейчас снимал на пол экрана. Надо же его это заблокировать тогда. Ну не факт, что здесь босс будет. Но главное, отсюда и обратное сохранение есть, значит босс. Пойдем-ка отсюда, рано нам его. Мы еще предыдущего не одолели. Так. Но без карты тут особо-то не порулишь. Ничего нет, ничего не видно. А, тут я не был. Здорово, пацаны. Ну, блин, я в воду чутка наступил и не смог рывок из-за этого сделать. Зачем? Какой смысл на протяжении игры давать больше здоровья игроку, если потом враги по 2 сердца тратят? Вот тут, может, что-то. Какие-то новые секреты. Не? Оказалось. О, карта. Вот это я прям удачно зашел. Бах. Да я тут уже почти везде был. А сам я где? Понятно, себя я не вижу. Но надо домой лететь. И как раз купить эту штуку, да? Чтобы возвращаться домой быстро. Да все, я тут не то что практически везде, я походу там вообще везде был уже. Это все скрижали. Давайте, поехали домой. Лечи, на, давай отворяй. Покажи все, что скрыто.
1, 2, 3. А вот это что? Вот в этих четырех я был. Был ли я вон в той? Верхней. Летаем. Только сначала... Артефакт давай. Артефактов-то у меня куча не собрано. Это-то все, допустим, есть. Так, вот этому чумаку мы последнее этого нашли. А вот моя награда, да? Сердце. Это, кстати, тоже артефакт. Но это один из трех, которые я сказал, что я их не нашел. Вот они, значит, его дают. Вся семья в сборе, и все друг друга любят. И найти свое место, найти свою семью. Это моя семья? А я думал, это вот это сердце, а это... Есть 15% вероятность уклониться от вражеской атаки. Два. Два осталось, два таких. Один дадут за скрижали, один еще где-то. С ними разговаривать нельзя. Просто они меня все любят. Так, смотаюсь я к этому. А как домой телепортироваться? Я ее купил. В любой момент переместиться в деревню. Не работает в помещении. Я все понимаю, но какую кнопку надо нажать? Слушайте, тут такой кнопки даже в управлении нету. Потерянная сила нету. Вы можете переместиться, но не можете. А, Б, вон она появилась. Все, я увидел. Как-то несложно на самом сложном режиме. Ожидалось чего-то другого. Так. Что-то с этими гребаными могильными плитами делать, да? Только что. Вот эту я отодвигал. Но тут ничего и не было. Зачем я ее отодвигал? Получается, что-то где-то за могильными плитами должно быть. Или мне пока рано об этом знать? Слизень. А, что надо было? Слизня убить? Вы что, угораете? Я как должен был вообще об этом догадаться? Вашу налево. Он просто взял тут и появился. А тут сейчас последняя игра на скорость, правильно? Почти нет. Не то, что слизня. Надо было тут всех врагов, скорее всего, перебить. Которые рядом поблизости были. Но что-то мне тут пока вообще не нравится. Вот этим... Да, правой кнопкой побыстрее их уничтожать. Все, тупик. Последним кнопка. Зачем я тело ломал? Сломать еще. Какие-то ямы куда-то. А вот последняя скрижаль. Слушайте, я бы ее тогда никогда в жизни не нашел. Если бы я случайно не заметил этого товарища... Нет, он, по-моему, появился из ниоткуда просто. Если бы у меня не... А, сейчас во все ямы буду попадать. Если бы у меня не было вот этой штуки, которая распознает секреты, я бы никогда в жизни реально его не нашел. Мы долго так будем? О! Выжить после падения с 5-го этажа. Достижение. Так. Интересно. Я уже забыл, что там что-то оставалось. Выжить после падения с 5-го этажа. Последняя игра на скорость. О чем я говорил? Мы ее нашли.
Только у меня часы есть. Поехали. Поиграем. Да, она нелегкая будет. И мне не кажется, что я должен был ее пройти. Тут еще эти. Аж в замедленном темпе показали. Настолько это все было эпично и красиво. Да нет, легко. Эй, ты чё такой лузер? Победить всех духов в гонке. Тут все меня сбивало с толку. Вот это место я помню еще давным-давно. Откуда-то я его видел. И все думал, как же туда попасть. А потом просто скоропостижно забыл про него. 10. 10. Можно качать. Раз, два. Берем. 3. Ага. Не так это и много, да? Мощность и боезапас. Духов. Пусть стреляют круче. И это... Я выйду из леса. Все верно. В лесу-то я и видел, что туда можно попасть. Вот она, гребаная последняя галка, которую я, блин, сколько на нее времени убил? Правильно, дофигища. Теперь остается вон та башня. И везде все галочки. И я собрал все скрижали, и сейчас мы ее отнесем. А что я? В? Давай. А, В русская, что ли, блин? В. Зажать надо? Все собрано. Тебе не надо ничего делать, нет. Лечиться тоже не особо надо, вот. Мозаика собрана. Сейчас перевернется с другой стороны, еще 5 надо. И чё? Прочесть. Избранный должен был после битвы вернуть первозданные силы, но слава вскружила ему голову, и в гордыне своей он отказался. Ну? Ты, может, мне что-то дашь за то, что я вот собрал? Ах ты ж, падла, кретин. А, я каждую должен прочитать. Все. Тени и кристалл разбился, и в зияющей бездне из сердца избранного была создана страшная сила. Так избранный стал изгнанным, ведомым жаждой мести. Теперь он прячется в бездне и лелеет мечты о захвате власти. В конце концов, избранному удалось одержать победу над чудовищами. И вновь во всем кристальном мире воцарилась благодать и процветание. В общем, он сам виноват. Прочесть все тексты древней скрижали. Чтобы дать отпор огромным чудищам, в этот мир призвали избранного и передали ему первозданные силы. И грянула вселенская битва. Блин, это все ради гребаной ачивки? Вы че? Артефакт давайте мне. Ой, это еще и прекратить нельзя. Так. Ладно, я, конечно, все понимаю. Глянем, что тут было. Может, что-то где-то за... А! Нет, там ключ был закрыт, так я его давно забрал. Да нет, тут ничего больше. Тут я только что бывал. Капец, это просто ради гребаной ачивки. Я эти скрижали. И этот, падла, ничего разговаривать не хочет. А где тогда вот это и вот это? И вот это. Два. Два еще артефакта. Они могут быть прям вот вообще где угодно. Потому что на карте они не отмечены. Ну ладно, тут где-то еще, может, на свалке что-то одно будет. Потерянных сил, все, больше вообще нет. Тут, может, что-то будет. Вот один из этих артефактов будет там. Но туда мы уже в следующей серии рванем. Сначала туда... Потом босс. Вот так.
Ну а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока.